Орегона, один из штатов США, имеющий богатую флору и фауну. И сегодня мы отправляемся на рыбалку на американского шеда. Или, как здесь его называют русскоязычные, селедка. Американский шед – анадромный вид лучеперых рыб из семейства сельдерок. Может достигать длины до 70 сантиметров и веса до 6 килограмм. Поклевка, ну такая небольшая, что-то дрыгается, сидит, говорит, дергается. Но, скорее всего, это шед, вот который я говорил, это он. Так что, ну, сейчас если достанет, то увидим. Есть? Какая жирная. Слышь, Денис, помоги ему достать. Ты достанешь так? Да. Класс! Оторвалась? Да. Сейчас я достану. Я говорил, надо было взять этот и подсак. Да, такую блесну, там у нее рот в три раза меньше. Но здоровая была. Она такая, может, даже килограмма три рыбина. Я уже думал, джекушка хоть такая лососика сегодня, что картошечка. Но, кстати, шед тоже очень вкусный. Вкусно, но его костяк. Кстати, вот этот шед я в том году брал и готовил его именно, как у нас называют, автоклав. Есть такая штучка для приготовления, называется она pressure cooker. Как-то так. И получается, под давлением именно готовится еда, вот типа как автоклав. Короче, делал я консервы из этого шеда. Вот сам он по себе костлявый, и когда ты его жаришь, и что-то с него там солишь, вот как сельдь, он такой получается костлявый, и не очень его хорошо кушать. А вот когда именно под давлением приготовлено как консерва, очень классно, все кости развариваются, и классная рыба, очень вкусная. Если вам интересно, как это выглядит, как я это готовлю, тоже пишите об этом, я сниму отдельное видео. Или вообще, может, если интересно видео смотреть, как я приготавливаю именно медведя, там, допустим, как я его ем, или тушипуму, оленя. Короче, пишите об этом. Я сделаю отдельное видео. Еще один шадик получается. Подсак нужен? Достал. Давай, иди своим друзьям. Ваше впечатление. Сразу лосося, да? Чуточку сет собрать за 800 баксов, чтобы ловить селедку. Денис, как тебе рыбалка? Да, на дне это. Нормально, да? Лучше, чем дома. Интересно, что она интересно. Ждем лосось. Все-таки. Я думаю, сегодня мы должны достать хотя бы одного. А там посмотрим. Ну, мы видели вот примерно где-то метров 100 от нас, точнее, ну не я, а Игорь видел, что именно лосось прыгнул. А когда идет на нерест, он прям такие горбы
человека. Лосось. Лосось? Не уверен, подожди. Лосось? Вижу, что водит. Ну так вываживай его, что потихоньку. У нас тогда, помнишь, так тоже было? Ну нет, тогда он так взял, как пошел. Было, было, но нет. Здорово, да? Просто снасть так и надо. Хорошая, штука. Жирная такая. Слушай, ну как мне нравится. Видишь, крюкодончики эти читерные, они, видишь, за все цепляются, братан. Mm-hmm. А где я типа скорлупцы ты убрал, да? Девчина. Хорошо зацепилась. Да. Это тут один момент и все. Надо смазать, наверное. Хорошая рыба. Она и по вкусу вот. Я ее солил, она напоминает вот реальность. Как она, атлантическая, да, сельдь, которую мы привыкли кушать? Она прям сильно вкусная и очень полезная. Вот просто один минус, много костей. Очень классная рыба и жирная. Вот даже я ее пробовал вялить, тоже такая жирная, классная рыба, ребят. Бас может. Что за бред? Прям очень тяжело. Да, да, потому что видишь, низ, низ, конечно. Ну вот, что это сделать? Да не, селедка. Видишь, я? Ну у меня просто она так же боком лежала. Ё-моё, что это такое? Что это? Вот эта оснастка, что у меня в руках, это на лосось. Так как рыбалка у нас сегодня комбинированная, мы ловим и селедку, и лосося. Чем дальше, тем сложнее. Морещи приходится подбрасывать. Сильно не буду сейчас на 36. О, как раз 36. Что фит. Там? 36 фит это примерно сколько? 15 метров. Так как нам должен был присоединиться мой брат, мы скинули с якоря и вернулись на рампу забрать его. Американский шед обитает в водах Атлантического океана вдоль побережья США и Канады. Так как Орегон находится на Тихоокеанском побережье, то шед был сюда запущен искусственно, примерно в 1870 году, и прижился здесь очень хорошо. В период сезона его проходит больше 7 миллионов по реке Колумбии. Я тебе даю, позволяю садиться. Еще одна селедка. О, как джек, лосось. Ну прям так, смотри, смотри, как. Оп, оп, оп. Прям сопротивляется, класс. Смотри, вообще прям какой-то. Как выгнулся, знаешь? Не идет.
Сюда, сюда, сюда заводи уже, да. Идет, феромон оставь, получится. У меня было класс. Давай, забирай. Слушай, класс, у меня же рука подзабивается. Классно, да. Вперед на эту блесенку вообще четко. Ребята, чем не спортивная рыбалка, да? Тут крупная, думаешь? Грязарь красава. Давай, давай, я возьму, текай. Сейчас, подожди. Сам достань. Сейчас, я достану. Я ее сейчас вот сюда, за двигатель. Тихо. Иди сюда, родная. Иди. Аккуратно, не оба! Заглотила хорошо. Покажи приманку, на что наложить. Смотрите. У нас молока пошла, смотри, самец. Он все, он уже готов. К чему готов? Вот. Такой вот простой монтаж. А работает, ну, просто классно. Очень классно. И, кстати, на такой монтаж обычно берет крупная селедка или шет американский. Как многие будут говорить, это шет. Это не селедка. Но по факту это рыба из семейства сельдевых. Вот так вот. Иди к своим братанам. Так, а ну. Еще одна селедочка. Ты ее заводи прям за мотор. Шет. Рыбалка идет полным ходом. Только приехал, уже рыбу ему дали. Прикинь, ты прикидываешь, ты даже чипсы не успел похавать. Еще один шет или сельдь. Сошел? Что-то страшное. А, да? Что-то страшное. Молоко вытекает. Слышишь, прикинь, Джекушка, Вася, тут было бы. Ууу, класс. Да какой Джек, селедка. Да что ты мне надежду убиваешь? Ляс прям сопротивляется, представляешь, ля. Как тащит прям на дно, да, и все. Угу. Это крупная, братан. Я прикрыл по зимушке. Не могу подвести. Сильно бойкая такая попалась. Угу. Катер видит и боится, да? Угу. Давай, сдавайся. Так, пацаны, текайте. Джу-джуть. Рыжа, иди сюда. Все, успокойся. Слушай, плюс еще не на этой оснастке. Она так держит классно селедку. Вот, да, она на два села. Прикинь. Вообще, это часто сходы у этой рыбы, когда ты ее ловишь, потому что тут немножко как но бы... Ну это сколько у нас, ни одного не было на эту оснастку с конца сегодня. Да. Ребят, это уже шок-контент. У меня просто уже тут все в кровище. И Игорь просто убивает эту рыбу. Издевается, да, Игорь?
ну а что мне делать? Говорит, заглотила. Аж туда взяла. Ё-моё, да, выдрал ей, короче, все, что только нужно. Ладно, не буду снимать эти жуткие кадры. Я могу на камеру засять, чтобы выпуск как раз взять. А где GoPro работает? Спустя несколько часов мы все-таки получили поклевку лосося. На данный момент проходит не такое уж большое количество чавычи, потому как это только начало сезона, и рыба еще не достигла своего пика. Поэтому и поймать его сейчас довольно-таки тяжело. Сорвался, что ли? Сорвался. Пока иду. Эх, жалко, ребята. Все-таки не получилось поймать. Сильно бы сделал лучше. А что-то ты его, кстати, агрессивно вытягивал? Не. Как-то да, Юр, как-то ты неправильно. Не ты поиграл. Удочку ложил, давал в этот момент фокус. Надо было в натяжку. Да я держал рыбу. Что вы это, ребят? Ты мотал, как сумасшедший. Заводи, говори. Я мотал тогда, когда он мне давал мотать. Чуть. Первый раз с рыбой. Слышь, хороший взял, килограмм 6. Все-таки моя интуиция подсказала мне верно. Была поклевка, был шанс, я почувствовал рыбу, классно было. Мне не удалось ее вытащить, но в принципе нормально. Еще время есть, мы еще продолжаем дальше рыбачить. Надеюсь, что будет еще не одна поклевка лосося, и все-таки мы его достанем сегодня. Сошел почему? Крючки, которые у меня, они без бородки, без, не знаю, как правильно сказать, уздечка, братка. Получается, крючки просто загнутые, без заусенца. Пробуйте так. По закону у нас в штате Орегон запрещается использовать на лосося крючки на Колумбия Ривер, который заусенцы. Нельзя. Поэтому используем крючки, которые без обратки. И, соответственно, сходы, конечно же, шанс сходов увеличивается гораздо, в разы просто. И рыба, вот когда я ее держал, она и шла, допустим, вот в одном направлении. И потом резко я почувствовал, как она не просто остановилась, она развернулась и пошла ко мне. Вот за все время, что я рыбачу, у меня было два момента вот таких вот, насколько мне вспоминается, сегодняшний и когда-то, когда я троллил. То же самое произошло. Я поймал рыбу хорошую, она сопротивлялась, потом резко пошла ко мне и поменяла траекторию так немножко вправо-вниз и сразу оторвала. То есть меняется нагрузка на оснастку, и тем более на данный момент крючки без бородки. Рыба просто снялась с крючка. Когда развернула положение, она снялась с крючка и ушла. Поэтому как-то так. Ну, ничего страшного, продолжаем дальше рыбачить. Вот под вечер прям пошла рыбалка. Вот что ты не одна за одной рыба. Вот сейчас клюнула, вываживает. Вот еще одна. Сталась и дал по течению. Кайф. Как эмоции? Нормально? Ну конечно. Рыбалка идет, да? Что там, Слайк, все хорошо? Вроде идет. А может, Джек у него слышит? Нет, не сошла. Вон она сидит. Нет, я говорю, не сошла. Период нереста начинается у шеда с мая месяца и длится почти до конца лета. Рыба мигрирует из Тихого океана в пресные воды реки Колумбия для того, чтобы оставить потомство. Малек, вылупившийся из икры, ждет до следующего года в пресных водах и затем осенью возвращается снова в океан. Солнце садится, а мы все таскаем рыбу. На самом деле, вот очень много поклевок, очень много рыбы. Я уже просто не снимаю все это. Вот я покажу сейчас, сколько их там в трюме. Смотри, сколько. Очень много рыбы.
примерно штук 15, наверное, поймали. Вон еще одна, смотри. Вот еще одна. У нее прям сорта пошла. Вот и все. Покажи эту оснастку, Слайк. Смотрите, вот еще есть такой вариант, допустим, более распространенный, который все используют. Бросай. Вот, вот такая вот. Короче, джиг-головка. Просто поводок. И здесь у нас вельтрыжок стоит. Вельтрыжок. И два грузила скользящих на основной. Вот так. Ну и все.